подкаста. Сегодня мы снимаем очередной видос про SkyWars. Но не про тот SkyWars, который CubeCraft Games, а вот тот, который я говорил в прошлом видосике. То, что тут играет сам Destiny 68. Я с ним лично как бы не знаком, но по игровой практике мы с ним несколько раз играли по сети. Да, играли по сети. Строили дома, развлекались. Потом на SkyWars он меня каждый раз убивал. Круто, да, пацаны? Типа, ну, да, уровень игры у него, конечно, получше, чем у меня, но... Признаться надо, то, что я его тоже немало так убивал. Поэтому победителей не судят, да. А победитель в данном случае Destiny. Если я увижу вашу супер-мега-сверхактивность, а это 3 лайка под этим видео, то следующий видос выходит мгновенно. Я сделаю так. Мгновенно. И об этом скажу. Сейчас мы будем заходить, как бы, ничего такого супер-сверхъестественного, но надо знать. Ой-ой-ой-ой-ой, я ее не знаю. Шэдоу, розовая. Я завершаю карьеру. Я парень, зачем мне розовая команда? Вот скажите мне, вот, вот прямо один раз хочется пришибить. Просто пришибить. И убить. И всех просто наказать такие проступки. Ну серьезно. Хотя они с другой стороны не знают, кто я. И кто такой я вообще. Кто такой этот игрок в SkyWars? Кто вообще это такой? Без понятия. Так, у меня пока есть несколько зелек исцеленек. Так, нет. Так, хорош. Сейчас с ресурсами у меня все более или менее... Это мне и надо. Это мне тоже надо. Так, оденем вот эти броньки. Ага, да, сейчас типа. Понял, нет? Дурак. Так, ладно. Ну что, застраиваемся, да, баба? А, офигеть. Так, хорош, давай, давай, ломайся. Ломайся, давай. Давай, бей, Хару. Вот это точно хорошо. Так. Удачи. В принципе, у тебя против меня шансов нет. Так что извиняй, дружочек. Так, слушай, у нас тут вторжение. Как бы. Скоро будет. В скором времени. А вот это хороший сильный партнер довольно-таки. Я в принципе... Ой-ой-ой, кто-то там крысит. Так, давай, ты его пока калечь. Я тебя тоже покалечу. Хару. Это я его убил, понял, нет? Так, что бы еще такого прям... офигительного сделать? В принципе, где вот там мой партнер? Чё? Так. Где розовый ник? Поднимите руку, если видите розовый ник. Хотя... Мне его не видно, да. Мне его не видно. Так, вон желтый, надо на него напасть, по-моему. А, вот ты где. Ё-моё, я тебя... О, кто-то в наших сундуках еще шарится. Да-да-да. Ладно, в принципе, если я сейчас выиграю SkyWars, это в основном из-за силы моего партнера. Так, ну, тебе сразу можно карьеру завершать. Ну вот, на этом я, пожалуй, закончу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был канал Майнкрафта. Берегите себя.
Три лайка, и следующий видос точно про это SkyWars. Два лайка, следующий видос выпускаю. 5 лайков, я замучу сферу из TNT. Но это вы, конечно же, не добьете. Держу пари. Все. Всем пока.